Мен эми кичинекей кызым бар да, мен да башым ооруп эле бантым. 4 күн температура болгон, бирок азыр жакшы эле. Бирок жөтөл кетпей атат да. Дагы сурооңуз барбы? Жок. Рахмат. Так, я так понял, она про себя это сказала. Да, у нее есть маленький ребенок, девочка, да, она 4 дня температурила, сейчас все нормально. Ну вот, она вот это как раз, видимо, была легкая степень заболевания. Как мы уже сказали, 4-5 дней, и состояние улучшается, температура обычно прекращается. Но вот этот кашель, он оставаться может еще дольше, конечно. И вот, видимо, сейчас она беспокоится из-за этого, да? Ну, что мы можем рекомендовать? Мы все-таки продолжать обильное питье, чтобы выводились продукты вот вируса. Человек должен соблюдать вот этот режим, о котором мы уже говорили. Маска, мытье рук, друг с другом меньше все-таки контактировать, соблюдать социальную, да, чтобы окружающих не заражать. Ну и если все-таки есть мокрота, плохо отходит, то вот в этой стадии, в принципе, хорошо подключить отхаркивающие препараты. Ну, это, в общем-то, вы знаете, вот наиболее популярный аппарат, это, наверное, Амброксол в виде препарата Амбро и так далее. Есть, в таблетированной форме или в сиропе? Есть в сиропе, сиропа, да? Есть в таблетках он. Есть препарат АЦЦ тоже, который в виде шипучих таблеток растворяется в воде и, в общем-то, обычно...